you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, а вы на канале Кирилл Гейм. Итак, сегодня у нас новый промокод на Амазинге. Как бы еще больше халявочек, я сегодня активирую промокод на двух своих аккаунтах. Сейчас я один зашел в свой аккаунт. Вот такой вот промокод, ссылку, где можно активировать, и промокод я оставлю в описании, если что. Давайте получим бонус. И 46 тысяч, чуваки. 46 кусков. Вообще, просто охренено. Серьезно. Так, давайте закроем. Вот такой промокод. Давайте я сейчас попробую тоже что-то выбить на своем втором аккаунте, на твинке. Повторюсь, можно активировать промокод только с 3 по 10 уровень. Если у вас выше или ниже, вы не сможете этого сделать. Итак, вот я зашел со второго аккаунта. Сейчас посмотрим, что у нас тут выпадет. Блин, это так прикольно, на самом деле, как рулетка. Но если у вас есть много твинков, так что вам будет интересно выбивать, что вам выпадет. Давайте второй твинк. И какая-то... вы уже используете данный промокод. В смысле? Как я мог его здесь использовать? Странно, сейчас еще раз проверю. Так, почему-то не работает, как я понял. Походу... Видите, у меня с 3 по 10. Как я понял, можно всего лишь один раз активировать промокод, потому что IP, походу, считает. Как бы, и вы на твинках, ну, только на одном аккаунте можете активировать этот промокод. Но все же, блин, 50 тысяч я выиграл на твинке, это, думаю, нормально. На этом у меня все, все ссылки будут в описании. Активируйте, пишите, что вам выпадает в комментариях. Ну и желаю всем... I'd be crying all night, cause I was from the city, she was from the